Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодняшняя тема – томаты. Конечно, томаты уже, те, которые в теплице будут у нас расти, они уже распикированы. То есть посев в середине февраля дает такой хороший вариант. И ничего они не вытягиваются, и ничего они не перерастают. Если, конечно, у вас очень мало света, тогда да, тогда проблема такая существует. Посмотрите, в некоторых горшочках посажено по два. Помните, я говорила, что мы попробуем вырастить томаты на двух корнях? В одно растение, но на двух корнях. Но попозже, когда мы высадим томаты и у нас появится первая цветочная кисть, я вам покажу, как запустить второй побег. Как это сделать все-таки правильно. И как кормить томаты. Вот здесь хочу остановиться на том моменте, что одно из растений, видите, очень мощное, а второе растение такое слабоватое. Вот у каждого, кто выращивает рассаду, всегда есть растение, которое так дохловатое слегка, если честно. Ну, вот их-то и подсаживайте вторым растением. То есть хорошего урожая. Такие растения, взошедшие позже самых первых, они уже не дадут такого прям стабильно хорошего урожая. Но как второй корень для растения мы их используем. Запомнили? Молодцы. Значит, смотрите, вот здесь у меня на столе разложены биоэнергетики. Их великое множество. Туда еще нужно было фитоспорин добавить. Здесь есть борная кислота, которая влияет на очень и очень прямо сильное цветение растения. И мы используем для томатов это НВ-101, это виталайзер, это иммуномодулятор, скажем так. Это эпин, это циркон, это иммуноцитовид, энерген и крезацин. Вот препараты, вот этот японский, остальные представлены все как бы нашей промышленностью. Но в них есть все-таки разница. Посмотрите, если вы пользуетесь НВ-101, он практически заменил такие препараты, как эпин, циркон. Но его аналоги, они считаются его аналогами, но у них есть некоторые отрицательные качества. Вот у кого нет отрицательных качеств, так это у энергена, скорее всего. Он тоже является аналогом НВ-101. Эпин, если опрыскивать на солнце, то у него сразу погибают все нужные нам вещества. А вот циркон наоборот. И эпин, кстати сказать, да, он помогает растению выжить в условиях холодных. А вот циркон помогает растению выжить в условиях жарких. Запоминайте, эпин в холод, циркон в жару. Но эпин работает на верхней части растения, циркон работает на корневой части. Если вы хотите усилить корневую систему, разводите, как написано сзади на инструкции, и обязательно пролейте и по корню тоже. НВ-101, если это в гранулах, закапывается в поверхность земли на сантиметр-полтора и проливается тщательно. Он работает совершенно автономно, и вашего участия в этом не надо. Энерген – прекрасный препарат. Вот иммуноцитовид, обратите внимание на этот препарат, там находятся вещества, которые редко вообще встречаются в природе. И крезацин тоже. В этих вот двух иммуностимуляторах есть вещества, которые у нас в почках, в грудном молоке, да, и они входят в состав полиненасыщенных кислот и в состав омега-6, то есть тех веществ, которые помогают нам гармонично развиваться. И высшие растения реагируют на такие препараты очень даже хорошо. Но все сразу не надо, выберите хотя бы один. И помните, что все, что написано в инструкции, а лучше еще покопаться в интернете, НВ-101 не позволит вам пользоваться мочевиной, этого нельзя делать, и масляными веществами. Запомнили? Я очень рада. Всего доброго и до свидания.